Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Какого, мы продолжаем проходить Star Wars Old Republic за сюжет ситха воина, однако сейчас мы с вами являемся уже ситхом Джаггернаутом, ибо я поменял уже себе класс на 12 уровне. Вот, сейчас нужно будет сходить к почте, потому что пришло мне два сообщения откуда-то, надо будет сейчас посмотреть, что это сообщение, скорее всего они как-то связаны с выходом нового DLC. Возможно, нет. Вот, и также нужно будет сейчас вот здесь вот проверить пару человек, вот, например, Арзанона, потому что меня попросили проверить местных инквизиторов, местных, в общем-то, учителей, которые являются какими-то авторитетными на наличие, как бы, как это сказать, грязной крови, давайте так. Так, что это, мать твою, такое? Очень, как бы, очень информативная информация, спасибо. Ага, так, а здесь что? Так, а здесь от Малоры. Ranks Research. Окей, я возьму, почему бы нет, это как своего рода буст. Повышает выносливость на 8 или 60 минут, отлично. Только один может быть. Хорошо, как бы это полезно. Поставлю его, не знаю, куда вот сюда. Хорошо. Кстати говоря, надо сейчас еще посмотреть продать. Я, кстати, поменял себе немного кнопочки, потому что бесит. Короче, я теперь использую Q, E, F. И я вспомнил, что у меня, оказывается, есть две кнопки на мышке. Что как бы тоже, по идее, можно... Продать, не продать. Я не смогу его использовать никогда. Я продам, наверное. Сколько он стоит? 55 кредитов? 95. Ну, блин, ну я как бы... Не, давайте как бы оставим как коллекция. Вот, я хочу... Блин, нихера далеко. Я хочу его оставить, вот правда. Вот, блин, ну вот как бы вот тут вот, вот хочется мне его оставить, и его оставлю. Все. Сейчас сходим еще к лорду Солансу, посмотрим на его кровушку. Ну, вроде как убивать никого не надо. На, ну еще в прошлый раз мы сами убили нашего прошлого учителя Тремова. Пришлось мне это сделать, потому что он оказался недостаточно... Он оказался недостаточно силен, чтобы обучать меня. И Дарт Бара сказал, типа, иди и свергни своего учителя. И я стану твоим новым учителем. Тавтологичная тавтология. Ни разу рот закрыли, ничего мне не говорите. Так, и Лорд Солан. Кстати, вот в этой части я еще ни разу не был. Вот это вот, по-моему, героики. Вот героики выполнять... Да, это Викли героик. Но как бы... Ну, смотрите, короче, здесь нужно включить какой-то красный двигатель, а тут нужно найти и уничтожить лорда Сандера. Сильный опасный ситх по имени лорд Сандер, короче, сошел с ума и теперь ходит в руинах Тулока Хорда. И если я смогу уничтожить его, то мне, короче, дадут награду. Ну, давайте возьмем... Это для какого уровня вообще надо будет посмотреть? Так, и что у нас тут? Искатель по имени Эфранзел нашел древнее устройство ситхов, которое называется Красный Двигатель, который содержит самые сокровенные секреты Туакхорда. Эфранзел хочет, чтобы я, короче, сходил в эти руины, активировал Красный Двигатель, и тогда... Потом убил существ и... А, ну и, короче, типа, этот, завел двигатель. Ну хорошо, я возьму, сейчас посмотрю, наверное... Путаю кнопки постоянно. Героики для 12 уровня. Я пока так сделаю, я их выключу, вот так, вот таким вот образом, потому что это можно сделать, то есть и меня не будут отображаться в правом верхнем углу. Вот, но я про них не забуду, я к ним схожу. Кодекс мы все открывали, надеюсь. Вот, и я к ним как бы схожу обязательно, просто мне пока что... А, подожди, это же ты, который... Нет, это другой. Вот, и я, в общем-то, хочу просто в любом случае идти на героики. Вот видите, тут написано героик 2+. Есть героик 3+, есть героик 4+. Они там делятся на количество, естественно. Вот, и, в общем-то, фигня вся в том, что если я пойду на героик плюс 2, то мне нужен, как бы, либо еще один человек, потому что, типа, чтобы пройти нормальное задание без всяких проблем, нужно, получается, 2+, это от двух игроков. Я один, поэтому я не смогу это сделать. Но если у меня будет уровень достаточно большой, то я смогу это сделать
Ну, не то чтобы с легкостью, но думаю, уровни где-нибудь на 16-м, если я еще буду здесь на Карибане, то, скорее всего, да, скорее всего, сходим на это задание. А если нет, то я его пока оставлю, а потом уже, когда получим световой меч, там будем гонять по другим планетам, я уже буду, скорее всего, планировать, как бы, героики выполнить. Ну, выполню там задания, которые у меня остались, потому что вон они у меня тут отображаются в любом случае. Так, нужно будет рассказать лорду обороны, что там да как, потому что мне, как бы, само устройство ничего не говорило конкретно того, что вот, как бы, вот он не нормальный, а он нормальный. Поэтому я просто сдам ему информацию, получу награду и пойду дальше к Дарту Барусу разбираться, что он там от меня хочет, как от нового ученика. Надо рассказать ему вообще, что я Тремола как бы убил. Step forward. Подойди. Я так понимаю, что ты выполнил мое задание. Теперь я заберу у тебя холокрон. Время судить их кровь. Время судить чистоту их крови. Мы узнаем, насколько, как бы, как мне это сказать, насколько... Насколько древно... Сколько от древнего сохранилось в их крови? Ну, короче, типа, у них же было правило раньше, что, типа, ситхами мог стать только тот, кто является чистокровным ситхом. Но почему? What does it matter? The ancient Sith are dead. It matters because the ancient Sith are the source of our power. Древний ситх — это источник питания. Питания, силы. Голокрон горит белым. Только один из всех был нечист. Это стыдно. Я принесу это к темному консульству. И они должны решить, должен ли этот ситх жить. Короче, один из тех, кого я просканировал, не прошел тест. Ты ошибаешься. Sith blood may disappear, but Sith teachings will endure. They are one and the same. Это одно и то же. Well. Ты хорошо послужила. It is too late for me to alter your training. But in the future, perhaps acolytes will kneel at the feet. В скором времени, в общем-то, чистокровные упадут на колени перед настоящим... Перед настоящими чистокровными ситхами. Я не понимаю, на самом деле, вот эта вот чистокровность... Этого как бы ни у кого нет, кроме ситхов, получается. Точнее, у них это было. Как бы сейчас-то этого нет. Так, а мне надо зайти к товарищу, который мне, как бы, учителем является? Или я уже все? Или я уже прошел курс обучения у него? Не, у него есть что-то. Что ты можешь мне рассказать? Давай. Сарасуфорум. Короче, это защитная какая-то тема, если я его включу. А, если я включу вот это. Хорошо. Короче, вот эта защитная форма, грубо говоря, я ее включаю, и у меня как бы повышается защита, повышается что еще? ХП. Ну, не, я как бы буду ходить все-таки в этом, потому что мне это больше нравится. Так, ну и, естественно, спидер пайлотинг, который я не могу носить. Хотя бы потому, что у меня нет премиум аккаунта. Обидно? Очень обидно. Так, и... Да, двигаемся к Дарту Барусу. Посмотрю, что он скажет мне. Перевожу я сегодня что-то явно не очень. Так, вот здесь находится... помещение его. Здравствуйте. Что это? Ученик вернулся с сокровальным оружием. Я так понимаю, что Тремова больше нет. Дай мне его руку. Вот. Возьми это кольцо. Запомни, что прошлое может усилить тебя. Я впечатлен, что ты... Тебе хватило силы уничтожить его. Он думал, что ты его семья. Каково чувствовалось, предавая его? Это нужно было сделать? Я сказал то, что мне сказали. Ты хорошо
Ты хорошо показываешь свои чувства, пока не подавляешь их. Ты прошла первый шаг понимания кода ситхов. Мир — это ложь. Я не знаю, что такое passion, извините. Через passion мы получаем силу. Через силу мы получаем силу. Через пару силу мы получаем победу. И через победу наши цепи сломлены. Сила сделает нас свободными. Понимание кода и уничтожив код, ты освободила себя от его цепей и избежала его судьбы. Да, сэр. Мне это нравится. Я думаю, ты будешь хорошо учиться и быстро. Теперь есть, в общем-то, Туакхорд руины, древние... Что? В общем, нужно принести ему осколок, один из каких-то инскрипций. Я это сделаю или умру. В общем, я должен пройти через эту катакомбу. Вемрина и других учеников уже послали, больше нет никаких правил то, как вы принесете мне кристаллы. И они ничего не остаются. Пробейся через эти руины и принеси мне осколки от каждой части руин. Кольцо мне дали. Тремола. Не в гифте на камере, прежде чем инфлюенсу, да. А, хорошо. Но я пока оставлю, наверное, эту вот тему. Короче, что-то я что-то реально сегодня туплю. А чего вот это такое? Your level has been shifted. Ох, shifted. Хорошо. В чем прикольчик? Мне нужно, короче, найти три осколка. В этих руинах. И в эти руины уже послали как бы Вемрина и других учеников. И проблема в том, что я должен как бы достать как бы эти осколки. Причем как бы, нет никаких правил, как я буду это делать. То есть я могу делать все, что угодно. Так, а ты что от меня хочешь? I have need of you, young ты мне нужна. Whatever errand your master sent you on can wait until we are through. Все, куда тебя отправил мастер, можешь подождать, пока мы не поговорим. Кто говорит? What gives you the right to command me? I am Inquisitor. Я инквизитор Уринт. And I represent the operations of the Sith. Интеллигенцию операции. We are currently holding an important Jedi prisoner. Мы держим очень важного джедая в тюрьме. Шпиона, который хотел пробраться в академию. У нас на него планы. По захвату мы нашли его разум очень легким для манипулирования. С помощью наркотиков. Скоро он вернется к своим джедаям и... Он вернется к своим командирам и расскажет то, что мы ему внушили. Он ничего не узнает из того, что мы сделали, и... И все, что осталось сделать, это подстроить его побег. Вот. Какой план? Что он скажет джедаям? Что вы на него запланировали? Информация, которая ослабит защиту джедаев. Ты молода, новая, чтобы быть хорошим предателем. Ты пойдешь джедаю, поговоришь с ним, сделаешь, как он скажет, получишь его доверие. Когда все это случится, освободи его. Сделай все, что угодно, чтобы освободить его из тюрьмы. Мы все сделаем так, чтобы он добрался до корабля и вернулся в безопасности к его друзьям-джедаям. У меня не будет проблем. Докажи свою силу. Докажи, что ты настоящий ситх. Ты найдешь его в тюрьме. Он до сих пор, короче, не в адеквате и не может нормально отвечать за себя. Пойдем сходим. То есть они повлияли на его разум с помощью наркотиков и магии, и что? Серьезно? И сломали разум джедая? Джедай Корриан Дорджес, действительно. Нет никаких эмоций. Есть мир. Есть знание. Код джедаев будет вести меня. Так это ты тот джедай, которого захватили? Я Корриан Дорджес, я джедай. Даже здесь, даже на Корибане.
Почему тебя это волнует? Почему ты здесь? Я хочу заключить сделку. Я здесь, чтобы ты вернулся домой. И я должен верить себе, слову ситха. Я не понимаю. Ты здесь, чтобы помочь мне. Почему я говорю одно и то же? Что не так со мной? Не паникуй. Ты должен успокоиться. Ты права. Извиняюсь. Никакого хаоса. Есть гармония. Код джедаев будет вести меня. Я могу сосредоточиться. Если хочешь помочь мне сбежать, мне понадобятся мои вещи. Мой меч и кумлинг. До того, как меня захватили, ситхи догнали меня до Туакорда. Я оставил там все это. И тебе туда нужно будет пойти, чтобы забрать мои вещи. Вот. Ну, короче, я так понимаю, что в любом случае мне надо переться, да. То есть, все это меня ведет к одному, ой, и тому же месту. Это... Туакхорд. Древние руины. Так, ну, блин, значит, там значит, у нас сейчас будет весело, там дофига всего нужно будет сделать. Мне нужно будет, во-первых, найти какие-то осколки. Во-вторых, найти вещи Дорджеса. Вот, ну, короче, нужно будет вернуть ему вещи, и тогда можно будет его уже вытаскивать отсюда. Да какие хитрые. А, кстати, он прям туда идти. Какие у нас хитрые, блин, инквизиторы. Ну, не инквизиторы, ситхи, в принципе. Так запланировали все, что-то продумали, блин. Хитрые, хитрожопые, вот реально. Типа, ща мы его обманем, ну, тут это все будет, как бы, офигеть просто. Так, и там вроде как еще один героик был, там где-то. Я просто по карте бежал, я что-то увидел там. Вроде как там был какой-то героик. Либо это был не героик, либо это было что-то похожее. Так, вы же хорошие? Да, вы хорошие. Так, мне сюда, это сюда. А, и туда, и туда. Так, короче, идем сначала сюда, потому что там у меня еще и доп-квест, который тоже нужно выполнить. Вот классно, как бы, что не надо ходить в какие-то другие места, я могу выполнять и сюжет, и побочные задания, потому что если бы мне... Ага, это уже вот началось. Здравствуйте. Если сейчас что-то слышали, то это просто телефон решил включиться самостоятельно. Что у вас есть? Так, это мне сейчас налево. Да. А давайте буду убивать их, что ли. Фу! Что они... А, они 6 уровня. Да я думаю, что они так легко отваливаются? То есть что-то прям буквально пару ударов, и что-то их уже нет. Обидно. Ой-ой-ой, подожди, это еще одна территория? Ах ты, смотри, как классно. Так, здесь будет осколок, здесь будет оскорок. Оскорок. Так, и там у меня будут еще эти вещи. Товарищи, вы какого уровня? 6. Ну, то есть, по сути, как бы, вообще срать. А вы? А чё вы-то? Только что смотрел, видел таких же, и как бы они были адекватными. Ну ладно, обидно немного. Все, ладно. Так, давайте вещи заберем, наверное, потом уже за осколками пойдем. Короче, там какой-то осколок из архива, осколок... Осколок из архива, осколок из какого-то машин... Вот самоубийца. Осколок какого-то машинного... Машинного отделения и вот античеймер, я не совсем помню, что это. Ага. Ща, во. Они отваливаются буквально с одного этого, это пипец просто, что за бред. Причем они именно отваливаются, я не знаю, как это происходит. Так, и его вещи где? А, типа пойти надо. Какие мы хитрые. Вы нашли его кумлинг, остальное пропало. Должно быть, его нашли местные мародеры, твою мать. Рикардо Дорджес. Короче, надо найти его даталог и меч. Световой меч. А
можно как бы просто вычислить это? Не обязательно же всех подряд сейчас просто сидеть и кромсать. Потому что я-то могу. И это будет надолго, поверьте мне. Так, ну у кого может быть световой меч? Ну вот как бы вот явно, да, вот он выделяется. Так, главное подобрать то, что надо. Так, кемпинг-сет, и это как бы... Ну, даталок я, наверное, нашел. Да, даталок есть, а вот световой меч... У кого может быть световой меч? Мне кажется, или... Нет, мне кажется. А, это обычный чувак, а я думал, у него какой-то особенный. Думал, это какой-то особенный чувачок. Так, вот тут вот вряд ли, потому что я ищу именно противников, которых как бы мечи. Как бы времени я не хочу терять. Просто, возможно, он как бы... А, ну вот, пожалуйста, нашел. Здесь, да, я... Нет, я... А, не, нормально, можно у любого, видимо, брать. Я нашел две штуки. Нормально. Вообще шикарно. Я нашел сразу, твою мать, два меча. Неплохо, неплохо. Подожди, может, у него реально как бы два, нет? Кемпинг-сет, господи, сколько всего. Так, это его. Или нет? Комплект кемпинг-сет. Это надо, короче, компаньона дать, но у меня пока компаньона нету, поэтому я... Так, все, что продавать, я сую сюда. Так, это я продаю. Это я пока сюда, как бы, что и вот это вот. Хотя, наверное, нет, вот это вот я сюда буду убирать, потому что это... Хотя нет. Блин, это такое... Так, вот эта хрень, кстати говоря, повышает этот самый, а вот мне только на персонажа. У меня 170, в принципе, да? Я просто про инвентарь, как бы, типа на весь аккаунт. На весь аккаунт, это что-то многовато как-то там. Надо донатить, чтобы больше инвентарь был. Либо только на одного персонажа за 70 взять. Я, конечно, могу, но пока что мне это не то, чтобы надо, поэтому вот. Вроде как там еще надо будет... Там есть еще лимит, типа, денег, максимальное количество кредитов, которые я могу с собой переносить. Не, враги не такие сильные, что-то если подумать так. Да господи, я путаю М и Н, я, короче, не дотягиваюсь до М и нажимаю на М. Естественно, случайно. Обидно, блин? Неудобно немного. Вы задолбали тут ходить, чё вы тут ходите? А, корслаги пошли уже. Блин, я бы, конечно, как-то без вас это все разрулил. Потому что вы мало того, что корслаги, так еще что-то корслаги какого-то 8 уровня, я боюсь вас. Да, а вот осколки, смотри. Хорошо. Это был архив. Теперь надо на выход отсюда и будем дальше собирать. Смотри, кстати, а там сюжетная какая-то хрень. Сходим? Мне кажется, туда потом надо будет. Возможно, не уверен. Скорее всего, возможно, не уверен. Ну, вы поняли. Блин, а так-то неплохо. Типа 13 уровень, хотя он, как я понимаю, засчитывается за 12, да? Это вот именно когда двойной опыт, он как бы типа вот сдвигается, это бесит, типа, зачем вы даете двойной опыт, если вот как бы вот так вот все работает? Типа, зачем мне вообще, в принципе, давать такую привилегию, если вы меня как бы снижаете его? Обидно, блин. Ах, тут враг. Я его даже не заметил. Тут этот удар прям до хрена урон наносит. Хотя тот вроде больше должен. Странно. Потому что вот эта троечка, она прям мощная, она просто всех, причем с одного убивает. Там даже без анимации как-то. Мне прям. Вот смотри, здесь тоже есть сюжет. Вы же мирные!
Я просто как бы не хочу с ними драться, они мне мало чего дадут. На этом уровне как бы уже убийство существ, оно как бы не поднимает уровень. Да сдохни. А в каком случае вот это можно, еще можно использовать? А, это можно использовать только после того, как одна, как я отражу или там увернусь от какой-то ближней атаки, все, я понял. Ты смотри, да мощные какие-то тут сдохли. А я его наорал, он все равно что-то такое, нет, я убью тебя. Ну, как бы третий удар. Ну нет, эти помощнее, как бы, явно. Кстати говоря, судя по тому, сколько я могу использовать эту способность, можно увидеть, насколько часто я отражаю эти удары и блокирую. Это вообще обидно. Так, это было, значит, машинное отделение, но и нам осталось вот античембер. Блин, как переводится античембер-то, я не помню. Даже игра такая есть. Я ее проходил полностью, причем. Два раза. Не помню, как называется, и все. Ладно, неважно. Так, ну еще, нам только сходить туда, как бы, и все. Что-то как-то просто, я бы сказал. Тулакхорд. Так, ребята, можно я вас обойду? Спасибо. Кстати, вообще, по идее, я могу телепортнуться на флот. Ну, вот сюда. И знаете, что сделать? Угадайте, угадайте, никогда в жизни не угадаете. А, я могу, короче, туда вернуться и... Ну, не вернуться, а точнее отправиться и, короче, световой меч забрать. А, подожди, нихера, не-не-не. Господи, идиот. А, вот если бы я выбрал... Как там второй называется? Мародер. Да, если бы я выбрал класс мародера, а не Джаггернаут, то я мог бы отправиться и, короче, у меня был бы один световой меч, а один вот этот, который у меня сейчас. Вот, но поскольку я, как бы, очень умный... Ну, не то чтобы я очень умный, просто я... Ты... Не то чтобы я очень умный, но прикол в том, что я получил бы себе... Так, подожди, что? Я бы получил, в общем-то, второй меч. А сейчас я получу, скорее всего, какую-то хрень, которая вот это вот. Потому что вообще ее как бы выдают, по идее, там... Супер учителя, которые уже помощнее будут. Во всяком случае, раньше так было. Так. И направо это можно обойти, я надеюсь. Можно же. Ну, отлично. Не хочу с ними сражаться. Они, во-первых, не то чтобы какие-то злые. Кстати, лоу, что-то это было очень просто. Я не увидел что-то ни Веймарина, никого вообще не увидел. Ни его помощников этих, которые там ничего вообще не могут сделать. Так, и на выход. А на выход это туда. Ну да, все правильно. Хайдра, вот это когда просто фантазия как бы на высшем уровне. Ну, я на самом деле раньше так и делал. Я как бы брал какое-то имя и просто тупо там ставил две буквы, цифры использовал, ну как в MMORPG. Потому что, блин, игроков много, и очень многие ники, они уже как бы заняты. И это проблема. Свой ник я как бы не хочу использовать, потому что это скорее как бы ник, это не имя для кого-то. Вот Мелторос, это прикольно. Это имя. А если бы там ее звали просто по нику, это было бы тупо. К тому же у нас будет таких 8 персонажей, я надеюсь, если мы все-таки пройдем все. И как бы я не думаю, что я смогу сделать там 1, 2, 3, 4, там и так далее. Так, забирай вот это все просто. Так вот, я не знаю, что хочешь с этим сделать, вот вообще пофигу мне. Так, сажу сначала к джедаю. Сдам ему вещи. Прикиньте, можно было бы его, короче, обмануть, забрать его световой меч и себе его оставить. Почему нельзя так сделать? Я бы хотел. Я бы сделал. Я же ситх, твою мать, я должен быть подовым. Я-то как бы должен быть подовым, понимаете? Хотя что-то в последнее время начал отыгрывать какого-то такого доброго, знаете, милого ситха, который... Типа, ну-ка, он сражался с честью. Господи, ситхи так не говорят.
Я знаю тебя. Мы говорили раньше. Теперь я все понимаю, Ситх. Все на месте. Мой меч, комблинг, все, что у меня, все, что спрятал. И ты забрала это. Со всем этим, как только охрана поменяет смены, я смогу свалить с Академии. Ну что с тобой? С тобой все будет хорошо? Со мной все будет нормально. Нет ничего такого, с чем я не смогу справиться, если так уверена. Я до сих пор не понимаю, почему ты это делаешь, но спасибо. Ты не должен понять. Думаю, мне пора. Как скажешь, Сид, спасибо. Я извини, если Империя тебя взяла, а не джедая. Возможно, все могло быть по-другому, ты могла бы быть частью Ордена. Ну, я выполнил задание, как добрый ситх, я ничего ему не сказал. Я как бы... Блин, вообще круто, что можно быть, блин, быть ситхом и все равно, как бы, отыгрывать за джедаев, это классно. То есть можно персонажа вообще любого сделать. То есть джедаи готовятся к побегу, ты хорошо справилась. Не идеально, но я уверена, что операция пройдет удачно. Наше дело закончено. Я как бы напишу про тебя в моем рапорте. Рад помочь. Возьми эти монеты за плату. И что-то я провтыкал, что он дальше сказал, сейчас сказать. Вот мрази! Вот как бы, знаете, что меня бесит в этой игре? Это как бы то, что она мне как бы дала эту штуку, но я как бы не смогу ничего сделать все равно. В любом случае, я как бы не могу ее открыть, понимаете? А, я получил 190, но при этом оно как бы для премиумов. И поэтому я ее просто не получил. Обидно, блин! Я не хочу платить 2000 за 2 месяца. Так, Дарт Баррес. Я вам все принес. Сейчас Велмрин какой-нибудь опять будет. Ты сделала, не так ли? У тебя все осколки из руин. И ты возвращаешься к лорду Барросу. А тебе чего надо? Ты здесь, чтобы поздравить меня? Я приму это за да. В смысле, твою мать? Серьезно, как бы? А, ты еще что-то хочешь? И ты что-то хочешь еще? Ну, давай, как бы, типа, ну... Давай поговорим. Стой, остановись, извини. Я слышал ошибку. Я пытался пробраться в руины, но там было слишком много шайреков. Я почти сбежал. Я подумал, что лучше как бы тебя убить и забрать их, но это было тупо. Вемерон уже внутри с Барросом, и все остальные ученики умерли. Ты мой единственный шанс. Теперь мне жопа. Я никогда не стану ситхом, только если я не верну осколки. Баррос меня убьет. Я ситх. I'll save Barris the trouble of listening to your whimpering. Die! Хотя вот это, наверное, я зря сделал, я убил его просто так сейчас. А тут как бы это запрещено. Ну ничего, я, твою мать, все, я на все готов, чтобы, блин, стать ситхом настоящим. Ты вернулась, и со всеми осколками из руин Толокхорда. Отлично. Видимо, твои надежды упали. Что? Извини, Вемрина. Короче, он был не совсем уж ты и мил, когда настроил против тебя этих учеников. Даже несмотря на то, что они были вообще нетренированными новичками. Я не за что извиняться. I hope he's not holding his breath for an apology. A blowhard like him might suffocate. The tension is thick between you two. A great source. Трение очень сильно между вами двумя. Очень сильные эмоции. И мне очень интересно, когда все это начнет кипеть. Вы оба стояли на принципе становления ситхом. Но только один из вас будет, у вас будет возможность получить меч и быть моим учеником. Я думал, что это будешь ты, Вемрин. Но я поменял свое мнение. Что? Я все сделал, что запросил. Лучше, чем все остальные. Честь должна выпасть мне.
Что, плохой день? Ignore Vemrin, Lord Barriss. Забейте на Vemrin, Lord Barriss. His world is crumbling around him. Сегодня Vemrin... But the force is stronger with you, acolyte. Короче, я сильнее него. There is a power sleeping within you. Сила спит во мне. Это было простое решение. Теперь, Vemrin, иди и жди меня в комнате за инструкциями выполнять. Теперь, надеюсь, если станешь моим учеником, галактика упадет перед тобой. Я думаю об этом с гордостью. Меч, который ты найдешь, стар и силен. Он находится в руинах Нагасэду, где только, только некоторые ситхи вообще ходили. Никто не знает, как найти скрытый проход, но есть Вилек, которого поймали, когда он пытался попасть туда. Я слышал, что она... Возьми ее и заставь ее показать тебе в путь, вход в эту потерянную пещеру. Конечно. Я позабочусь об этом. Другие ученики тоже были отправлены, чтобы завершить свои испытания. Они попытаются убить тебя. Этот тест... Ты станешь ситхом, если выполнишь это задание, я забыл, что он сказал. Точнее, не что он сказал, именно... Блин. Фак, я хотел это перевести, но я забыл просто, что он сказал, и все. Надо поговорить с Ветте. Ветте. Ну что, идем с твоим мечом? А, нет, подожди, надо сначала поговорить с Твилеком. Короче, Твилека Ветта, видимо, поймали за то, что она пыталась пробраться в... если вступить в эти руины, то же самое, что вдохнуть смерть. Так вот он сказал, красиво было. Так. Удивите меня. Естественно. Ай. Да отдохни ты уже. Я просто веселюсь, когда могу, раб. Смотрите, кто вернулся. Да, видимо, ты стал учеником лорда Барриса. Что ж, я надеюсь, ты остался. Consider that a going away present, Twi'lek. Seems you might be useful for something after all. This bruiser is taking you into the tomb where we caught you. None of you can figure out how to activate the tomb statues to open the Forbidden Cavern, huh? You got some kind of business in that secret Sith chamber, do you? Освободи меня от ее занудства. Она типа как шила, знаете сами где. И она такая решила пошутить, типа, это кто еще ошил? Ну, типа, там вообще про шею, типа, это у меня, как бы, вообще-то, как бы, блин, этот, ошейник. Вот, и, типа, рот закрой, ты сейчас справляешься с этим ситхом, и ты должна показать ему вход в руины. И она говорит, типа, у вас есть какие-то секреты в этой комнате ситхов, да? Не задавай вопросов. My business is none of yours. Икид. Возьми шоковый контроллер, и я повысил его на самый максимальный уровень. Используй его, и она покажет его тебе, где находится вход. Я так понимаю, что я могу поиграть в гида? Ну, если я сделаю это однажды, я сделаю это еще раз. То есть мы во всем разобрались. Подчиняйся всем моим командам. You'll do everything Сделай I require. Все, что я скажу. And I mean я имею в виду все. Don't get any twisted ideas in that silly head of yours. Lead the way. I'll show you the unlocking Веди меня, я покажу тебе, как попасть туда, и открою секретную дверь для тебя. Как же, мать его, сложно это делать. Так, ну и давайте, наверное, тогда сходим, почему бы и нет, если там световой меч я получу себе.
Получим световой меч и закончим на этом серию, я думаю. Время-то у нас еще есть, серии-то почасовые. Вот, кстати говоря, если сейчас будет в последнее время мало серий, ну как мало, как бы, я не знаю, по одной в день там, допустим. Я как бы, конечно, извиняюсь, но просто я очень важным делом сейчас занимаюсь, потому что это очень сильно связано с концом года. И если сказать кратко, я занимаюсь записью роликов на время моего отсутствия. А время моего отсутствия это 12 дней, соответственно, мне нужно 24 ролика. Поэтому, как бы, мы в свободное время записываем одну игру. В принципе, поподробнее я обо всем скажу в новогоднем пинкасте. Я его выпущу до как бы 20 числа. Вот. И тогда, как бы, все это и будет. То есть я хочу все-таки, чтобы все было поадекватнее. Хотя нет, это будет не 20-го, это будет 31 числа. Так, а ты у нас что хочешь? Ученик, могу я поговорить с тобой секундочку? Давай. Спасибо. Я рад, что вы готовы помочь. Есть еще один ученик, недавно, который входил в эти руины и не вернулся. Он умер здесь. Что произошло? Скажи мне, как он умер. Я не знаю. Но я могу сказать, что он умирал. Я слышал, как он кричал даже через двери руин. Аклит, который вошел туда, он был хорошим, добрый и разговорчивый. Когда он сказал, что он входил, чтобы как бы выпендриться перед отцом. Я только подумал, что было бы неплохо, если бы кто-то забрал его тело и сказал бы его отцу, что он не справился. В этом есть смысл. Да, его отец должен знать, что его отец пал. Я бы никогда там не выжила, и даже если бы это было так, мне бы не позволили взять своего отца. Он, в общем, охранник в Академии. А никто больше не может сходить, кроме ситхов. Но ты можешь найти силы и принести его к отцу. Пожалуйста, сделай это и, типа, вознеси честь падшим. Конечно. Спасибо. Если найдешь еще, то скажи мне. Я знаю, где найти его отца в Академии. Типа, короче, его отец, он как бы охраняет именно Академию, то есть он как бы работает охранником в Академии. Работает охранником в Академии тут, конечно, звучит, но он как бы реально работает охранником в Академии. И... Так, вы... Да, вы плохие. И как бы... В Академии никто, кроме ситхов, попасть не может. Так, ну вот оно тело. Собственно. Ну окей, я к ней вернусь позже. Так, сначала нужно, короче, сделать так, чтобы Ветта активировала 4 скрытые двери, поэтому сейчас давай делай это, мразь. Я буду с тобой обращаться максимально жестоко. Скажешь ты уметь какое-нибудь слово, и эти херачить будут током. А это не совсем приятно. А, ну, кстати говоря, как бы Ветта это наша, ну, во всяком случае, как я понимаю, за ситха воина это будет моя... Дом. У нас немного наехали. Это мой компаньон, и вообще я бы сделал, знаете, что? Это-то она хилит. Ну, короче, она будет меня хилить вообще. В основном в это вроде как сделано так, ну, для того, чтобы хилить. Ого, они рассыпались. Так, и мне нужно других учеников сейчас тоже поубивать. Дом задания. Блин, вот у меня, как бы, знаете, вот у меня есть хорошие способности, которыми там я могу пользоваться, ну, потому что они у меня есть, да, скажем. Но меня бесит то, что, как бы, иногда я не могу их использовать, потому что, вот, скажем, вот то, что у меня на Alt 4 стоит, способность. Я, как бы, могу ее... Да, рот закрой. Я, как бы, могу ею пользоваться, но я не вижу в этом смысла, потому что я только нажимаю, анимация началась... Но при этом, как бы, ничего не случилось, потому что, как бы, они уже умерли, они очень быстро умирают. Так, задание выполнено должно быть так-то. То есть, смотрите, вот Alt-4. Вот с этим, как бы, нормально, потому что он вроде как мощный такой, более-менее. Но остальные, они отъезжают за несколько секунд буквально.
Ох, как же я хочу световой меч уже получить. Смотрите, 3 серии есть световой меч, но они как бы большие, поэтому как бы он есть. Это несложно понять, я думаю. Так, вот еще скрытно. А, вон там вот штучка. Смотри, это уже дроид. Серьезно. Мне же не придется сейчас дроидов еще убивать, чтобы нет. Потому что, как бы, я вижу побочное здание, я ему выполняю. О, в это... А, это в это. На нее наехали. Слышь, рабыню мою не трогайте, только я могу ее шпулить током. Вообще-то, тут дохни. Ну, типа, реально, как бы, только я могу ей что-то делать. Что это такое? Так, я нашел электропалку. А, это что-то связанное с этим, но это не то. Так, подожди, а это я могу дать компаньону? Ну-ка, дай. Повысить этот. This is a joke? Wow, I love it. This is great, thanks. Я поднимаю влияние, короче, таким образом с ней. Хотя я не знаю, на что оно влияет, честно говоря. Так, это все сюда, и что-то я хотел сделать. Вот это я продам, скорее всего. Что-то я хотел сделать... А, я хотел открыть ее шмотки, потому что вообще у Ветта, по идее, у нее вот, здесь должны быть тоже шмотки. Как бы так, конечно, я сделать... А, могу. Ну, как бы ладно, пока у меня для нее ничего нету. Сейчас вот этих еще надо будет распилить по-быстрому. Видите, я даже уже ничего не делаю. И как бы мне нравится в компьюнах то, что они подставляются, и как бы их дамажат, и мне как бы нормально, потому что меня как бы никакого урона, меня не бьют, мне хорошо. Я хорошо себя чувствую. Это классно. К тому же она может меня хилить. Это... Меня ждете? Я, можно сказать, тоже вас ждал. Так, сейчас налево. Не, ну смотрите, они конкретно хотят от меня избавиться. Мне кажется, я просто стал таким, знаете, учеником, которого все ненавидят. Просто потому, что у меня все получается. Меня мастер постоянно говорит, типа, да, ты большой молодец, ты будешь самым крутым вообще ситхом. Он так не говорит, конечно. Но они, видимо, так думают, что он говорит. Вот, и самое обидное, что, блин, он так не говорит. Что-то сейчас так обидно стало. Так, на тебя наору, а тебя и так убьют. Вот и все. Так, и по идее, скрытый проход, пожалуйста, откройся. Да. И можно входить в заброшенную пещеру. Ну вот с ней реально полезно. Мне вот, смотрите, 100% хп хилиться не надо, ничего делать не надо. Зачетно. Hey, this is it. Эй, вот оно. Это тот самый секретный вход. Просто... Что? Что-то здесь не то. Явно. Вэмрин, привет! Как дела? Take your time, slave. Подожди, Раф. Just have the entrance uncovered by the time I finish killing your new master. Подожди, пока я убью твоего мастера. Собственно. Ты знаешь, я ждал тебя. Can't say I'm surprised to see you, Vemrin. You're remarkably predictable. Ты очень предсказуем. My passions run deeper than yours. I am the true essence of what it is to be. Я настоящий ситх. Он так думает. My legacy has suffered long enough. Я слишком долго страдал. После сегодняшнего дня тебя просто забудут, и все закончится сегодня. Ну что ж, у меня для тебя плохие новости, как бы. Потому что, как бы, ну, тебя сейчас как бы не будет. Перед тем, как ты умрешь, хочу сказать, что мне тебя совершенно не жалко, потому что ты был последней мразью. Я тебя просто ненавидел. Вот, ну как бы из-за этого ты умер. Поздравляю. Стать учеником Барраса был моей судьбой.
Неужели я так далеко зашел? Ты был слаб. Я очень долго выждала того, чтобы поставить тебя на месте. Ну и узнай. Убить тебя было просто. Тогда сделай это, убей меня. Ну как бы вот. До свидания. Вау. Неплохая работа. Спасибо. Glad to impress you. The secret entrance is right here. Секретный вход прямо здесь. Я не знаю, я не буду ее, наверное, херачить током, просто я как бы хочу, чтобы мой союзник как-то мне подчинялся, то предать может. Я, конечно, понимаю, что у меня есть ошейник там, но все равно как-то, знаете, не хочется быть плохим, учитывая, что она мне помогает. Все-таки она же мне помогает, она же не пытается там сбежать или что-то сделать. Немногие ситхи входили в это. Добро пожаловать. Спасибо. Точно помогла. Спасибо, что поблагодарила. Я что-то так, знаете, я сейчас перевожу так тупо, что вот вы себе не представляете, потому что я просто максимально, максимально, сколько могу, заменяю слова, потому что я просто не могу подобрать, я не могу точно перевести, у меня какая-то проблема. Я понимаю, что он сказал, но я просто другое говорю. Ну, это какая-то сегодня у меня какая-то тема, я не знаю, почему я так. Я вот прям вот именно я сижу просто и херею, я такой типа, что вы говорите? Дроиды все равно надо убивать, буду убивать всех. Бонусное задание. Так, и должен быть еще один, а их тут 4. Но пройти все равно здесь надо. Мне нравится, что она станет, кстати говоря, очень даже неплохо умеет. 15 уровень. 15 уровень, но игра говорит мне, что у меня 12. Обидно. Эй, бей! А, убей. Она просто его убила, как бы 100% хп. Меня не бьют просто в этой игре. Я не победим. Мне кажется, что у меня уровень слишком высокий, но это как бы логично, наверное. Ладно. Очень атмосферно сейчас будет, по идее. Видимо, тот, кто получил такой меч, должен быть достойным обладателем и доказать свою, как бы... Так, секунду, подождите. Ох, мрази. Ох, так, это сюда. Ну чё? Мы готовы это сделать? Конечно, готовы. Yeah.
Не, ну красота вообще. Просто красота. Так, нужно будет, да, еще там улучшения всякие сделать. Так, ну давайте выйдем тогда. Я думаю, что мы закончим с вами эту серию, потому что, типа... Типа, да? Типа, мне кажется, это вообще самый шикарный момент, чтобы закончить серию. Я получил то, что хотел. У меня есть вот это. Не, ну вы посмотрите на эту мощь. Я сейчас выйду на улицу. Я хочу посмотреть, как это выглядит со стороны. При освещении. Ой, что-то я закрутил его конкретно сейчас. Потому что выглядит это, конечно, супер вообще эпично. Мне вообще нравится здесь, что за... Что за ситков, что за джедаев. Как бы именно процесс получения Святого Меча просто шедеврально вообще прописан. За джедаев там особенно вообще атмосфера. Там самая крутая вообще катсцена, наверное, во всей игре. Прям вот реально. Типа, без преувеличения, как я просто серьезно сейчас говорю. Блин, я как бы не хочу с вами драться, можно меня не трогать, пожалуйста? Мне кажется, с этим мечом я буду просто вот... Как бы, если сейчас-то я не то, чтобы меня как бы можно убить каким-то образом. Сейчас я вообще непобедим стал. Мне кажется, я могу сейчас просто пойти и Дарта Барреса просто по лицу дать этим мечом. Не, просто я хочу выйти как бы из этой пещеры. Я не хочу заканчивать серию где-то в каком-то непонятном месте. Непонятно где. К тому же, скорее всего, следующая серия будет не серией, а стримом, потому что я, во-первых, я же сказал, что я занимаюсь сейчас именно записью других роликов, которые выйдут не скоро. Вот, это как бы очень важно все равно сделать. И... В любом случае, я думаю, что одну часовую серию в день вам как бы хватит. Но, тем не менее, в любом случае, я хотел эту игру очень сильно поиграть на стриме. Вот, и поэтому я, конечно, могу записать сейчас еще одну серию именно вот за этого персонажа, но, скорее всего, я сейчас пойду записывать другого, создам другого, и как бы мы... И это будет уже кое-что другое. Это будет кое-что другое, это выйдет не скоро. Но я говорю, типа, кому интересно, вы все это узнаете в пинкасте новогоднем, 31 числа он выйдет. В принципе, тогда все уже и будет. Серьезно. На меня нападают вообще все, по-моему, просто, вот, кому не лень. Причем, как бы, они видят, что, как бы, я, как бы, меч получил, вас, как бы, вообще это не интересует. То есть, вы серьезно нападаете на человека, на ситха, я уже официально ситх, мать, у меня тут хреновина есть в руках красная. Ничего, как бы, не? Не волнует вообще? Да хватит на меня наезжать! Я могу вас победить без всяких... Я могу победить, блин, без использования этого меча, в принципе, просто. Так обязательно вот это вот делать. Бесит, на самом деле, что как бы здесь, понятное дело, что в любом случае здесь локации сделаны для людей, что люди будут проходить мимо постоянно, и что в любом случае NPC, которых они должны убивать, они должны спавниться в любом случае, потому что это MMORPG, в любом MMORPG так устроено, кроме сюжетных как бы именно локаций. Сюжетные локации не подстроены под это. Но вот серьезно, бесит пипец. Ну, зайдем на улицу, я это и сдам задание потом, если там вообще надо будет сдавать задание. Ну, посмотрите на эту красоту. Вот он меч, вот он я. Выйду на солнышко. Шикарно. У нас есть меч, у нас есть сила, 15 уровень, и я думаю, что на этом мы пока что закончим с вами эту серию. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь, а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем удачи и до новых встреч.